Всем привет, друзья! Меня зовут Данил, и это канал Супер Данил 47705. И сегодня я вам покажу, как пройти Майнкрафт без инвентаря. Суть челленджа в том, что вот эти вот инвентари должны быть весь заполнены этим барьером, кроме вот этих вот. Они пригодятся для меня. Вы можете заметить, что я в креативе, чтобы стакать барьеры. Если я случайно уберу один из них, барьеры, то мне придется запустить Майнкрафт. А если я захочу поставить обратно, то у меня есть право на вот эту вот вещь. Вот, в принципе, и все. Суть челленджа. И да, еще забыл кое-что сказать. Если я буду убирать, то один стак, ну, в общем, слотов будут быть чистыми. Точнее, барьеры будут убираться. И если барьеры полностью убраны, когда я еще раз один раз умру, то они будут обратно заполняться. Вот, в принципе, и все. Теперь вы поняли, как пройти Майнкрафт без инвентаря. Ну что же, начнем к ролику. Создал мир, пошел добыть дерево. Не это дерево, а вот это вот. Потому что он заполнен водой. Ну да, извините, что у меня Майнкрафт лагает, но это не важно. Кирка для новичков готова. Теперь добываю камень. О, каменный век. Ничего себе достижение. Ну, это все знают. О, уголь. Как раз пригодится для меня. Сейчас добуду и... Отлично. Сделал опытную каменную кирку для опытных игроков. Теперь буду быстрее добывать хотя бы. О, палки падают. И вы, наверное, спросите: Данил, откуда падают палки из дерева? А я вам так скажу. Палки в роли ветки от дерева. И когда мы добываем полностью деревья, из них выпадает саженец и также палки. Вот. Палки в роли ветки. Полезная функция. И да, я играю в Майнкрафт 1.15.1. Так что это так работает. И должны быть жить там пчелки в этой версии. Сделал меч, ну, на всякий пожарный. Я, конечно, не люблю природу, но все равно ухаживаю за растениями.